ребята, сегодня с вами Таня опять и со своей минуткой. Сегодняшнюю идею, которую я хочу вам подсказать и подать, это о том, что действие или бездействие. Многие спрашивают, и вчера я разговаривала с одним человеком, и часто задают такой вопрос, поэтому я решила затронуть в своей минутке. Что делать, чем заняться, и в принципе, что люди делают, это сидят и думают, ну что же делать? Тем или тем, и в интернете, и в такой жизни. Простой ответ. Мой ответ очень прост. Начинайте делать что-нибудь, В процессе этого вы поймете, что вам нравится, что вам не нравится, что вам нужно, что вам не нужно. В бездействии тяжелее понять. В бездействии трудно понять, что вы хотите. В бездействии сложно вообще оценить ситуацию. И на примере могу привести такой пример. Вот вы в пустыне, представьте себе, и вы хотите пить. И где-то там вдалеке есть вода, источник воды. И если вы устали, и если вы будете сидеть и думать, как же мне туда добрести, вы пропадете и, скорее всего, умрете. Потому что, ну, сами понимаете, да? Ну, а если вы начнете ползти, идти или бежать, это в зависимости от вашего состояния, вы придете в конце концов. Но уж, по крайней мере, ближе будете к своей мечте. Так и здесь. Все очень просто. В этой жизни все, я считаю, очень просто, только люди все усложняют. Значит, надо действовать, и в процессе придет решение. Все, пока-пока. Целую вас. С Кипра Таня. Пока. Ставьте лайк, палец наверх.